Всем привет, с вами Чен Воу, и я нахожусь в 911 Каннибал. Это разработчик Эпфориал Геймс. Ой, Геймс своровал идеи Бон Ловер. Ну, короче, многие знают эту игру, но почему-то Эпфориал Геймс решил своровать. Я не знаю зачем, ну ладно. Попрохожу немного. О! Давай. Окей. Нету. Готово. Черт. Он сейчас придет. Так. Мокрая тряпка. Фух. Хоть бы он не увидел. Было бы пронесло. Ну-ка. Окей. Ой, блин. Бежим. Ну-ка. Ну-ка, понятно, так. 4, 9. А, вот предохранитель. Погодите, я не понял, что за код был. Сейчас ну-ка я попробую. Давай. Сработало. Ура! Ладно. Беру ключ. Бежим. Жесть, как же тут жутко. Ладно. Так, что-то мешает открыть шкаф. О, ключ. Так, смазка. Так, а дальше что? Я не помню проходить рейл. Стоп. Так, окей. Бежим. Давай. Ой. Фух. Готово. Ну-ка. А что тут происходит? Бежим. О, отвертку он оставил. Окей.
Осторожно, сейчас. Это еще чё? Так, окей. О! Бежим. Бежать, не оглядывайся. Продолжение следует. Окей. Короче, ладно, давайте я буду на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока.